пока не может обыграть своего опекуна. Менее 5 секунд на бросок. И Зубков пошел в проход. Подбора в нападении. В современном баскетболе тренеры возвращают мяч на периметр и сразу бросать из-за дуги. Пойтрес. Классный. И как мы видим, Василий Карасев, как всегда, доверяет очень много молодежи. Этого, конечно, с Паскуалем не произойдет. Так, Воронцевич. Скидка на Пойтреса. И тот очень красиво. Демба Амаи на этот раз не забивает у нас Глеб Шейко. Но попытка была нормальная. Вот за такой промах тренер никогда ругать не будет. Двоечка в центре. И Пойтрес обыгрывает хозяев площадки. Очень много, конечно, промахов. Из статичных, из свободных ситуаций. И тут же ответ.